Или наверху. Или на шлейерах. На широких бордюрах этих. Ближе к туннелю. С левой стороны. Блять, вот если кто-то сейчас дверь тронет, закроет, я их уебу всех нахуй. Я всех кикну. Так. Сейчас я хотя бы загоню в питьевой состав. Так. Хотя нет. Ладно, я пока в депо его оставлю, сейчас только на другой путь перегоню. Ну, давайте, ребята, всем удачи и спокойной ночи. Пока. Завтра, может, увидимся. Пока. Я что-то не вижу. Сейчас я загоню состав на другой путь и к тебе приду. Стоп. Да я же отцепил. И что я встал? Это бесит, а? На пустом или где вагоны стоят? Что на пустом? На пустом. На пустом что ты имеешь в виду? Все, не надо, что. Так, я не пойму, что мне кто-то поезд зафризил, что ли? Кто это в поезд не зафризил? Ты где? В депо я, в депо. Я трогаться, а он не трогается. Сука, меня, наверное, БПС надо дернуть. Нет, БПС тут ни при чем. Тихо ты. Нет, вот я вот иду. О, поехал, а в чем был прикол? Не знаю. Он где-то застрял, что ли? Что говоришь? Каждый что какой-то вакуум сделал, и он цепляет. А, удочка ты имеешь в виду? Возможно, так удочка. Так, опять. Что за нахуй? Я тормоз зажатый. Я до этого нормально ехал, сейчас меня что-то резко остановило. Я тебе говорю, у тебя колодки зажаты, я слышал, как ты, блядь, тормозил. Блять, у меня сейчас тормоз отпущен. Да? Так. Лопатин. А сейчас подожди, так уже давай сейчас забьем их потом. Хотя ладно, пусть не потом. Да я добить хочу, я хочу заехать на левый путь на седьмой, а он не едет, сука. Зафризил кто-то, вот стопудово, сука. Да подожди. Сядь. Посмотри. Я двигаю. Он двигает. Он не зафризил. У меня тормоза да. Отпущены. Низкое давление и М. И что это значит? Компрессор, дебил, включи! Блять, как бы в депо нельзя включать, поэтому я не включал, да, раньше не стопорил никогда. Чувак, у тебя низкое давление в магистралях. Конечно, колодки зажали. Я тебе говорю, ты у тебя колодки зажаты, блин. Разжаты, блин. Так, подожди, а хули первый вагон не качает? Да, почему? А ты БПСН включил вообще? Да БПСН-то я не включал. Нет. Я говорю, я еще не выехал из депо. Нет. Чувак, я... ты можешь включить все. У меня жопа еще в ангаре. Вообще похуй, вообще, чувак. Нет. Говорили, что не помню. Ну ты смотри, сообщение, стояночный тормоз вагона. Номер вагона 3289. Иди ищи этот номер вагона. Блядь, значит, у кого-то руки чесались, сука, потому что по умолчанию он не включен никогда. Релиз. Так вот, 3289. Да.
Так, ну-ка. Вот у кого-то вот здесь ручки очень чесались, блядь, у меня тормоз. 289, найди вагон. Я уже выключил тормоз. На одном, по крайней мере. И здесь тоже. Очень такое предчувствие охуенное, что это ты сделал. Это Страйкер сделал, блядь. Его тут не было, ты чего? Страйкера не было. Страйкера здесь сейчас не было. Ёбаный в рот, чувак! Ты лежал! Ты пока двигался, я стрелял по этим. Ты когда ты что-то сказал, блядь, я как раз убивал этот глупый скал. Ну. Каким образом, блядь, я мог, блядь, находясь, блядь, возле моста, на мосту, блядь? Не-не-не, подожди, ты мог до этого, когда ты выключал удочку, вот я про что говорю. Я удочку. Блядь, ты дебил, блядь, я удочку твой. Блядь, к тому вагону вообще не подходил. Ладно, все, проехали. Ты просто говоришь, что ты снимал напряжение. Все, я поехал, пизду время тянешь, надо ехать. Страйкер. Чего? Страйкер, сейчас вообще никого на серваке нет, я не видел Страйкера сегодня здесь. Ладно, забей, не важно. Час открой, блядь, заебал. Час, 21 минута, Страйкер вышел из сервера. Хорошо. Ты в депо всех голубей убил? Я не знаю. Сколько в депо у нас? В депо их там дохуя, их больше всего здесь. Ну это 13. Их здесь больше. На улице, ну там, около моста, только 3 голубя. Где-то возле гаража еще должен быть. Прямо за гаражом он уже должен быть. Сразу на могилу. Все, пошли твои голуби трахать.